Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Витал, это RimWorld. Версия 1.0. Это у меня старт. Так сказать, стартовая пробежка по модам, которые я установил. Так, по миру что у меня? Давай-ка посмотрим, загружается он. Это самое интересное, что меня сейчас волнует. Будет ли вылетать при загрузке мира? Так как моды у меня были сделаны специально для того, чтобы было удобней банить. Да, все нормально загружается. Сколько у меня потребляет он процесса. Да, процесса мало потребляет. 15% оперативной памяти. 3 гига поднимает. 700. Ну, это нормально. В общем-то, насчет игры. Мне очень понравилось то, что игра может спокойно, приспокойно жрать более 3 гигабайт оперативной памяти. Чего нет в Stellaris? В Stellaris есть проблема. Я не помню, говорил я это или нет. Если она повышает 300 мегабайт оперативной памяти, она нахрен крашится. Это бесит. Так, вот такая у нас планетка. Я не стал показывать ее. Это я ее рандомно заспаунил, даже не осматривал. Так, а где я хоть оказался? Это стоп. Ага. Так, выход и заход нормально, все прекрасно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А где я-то хоть? Зашибись. О, блин, я себя потерял, да? Какая милота, слушай. Мне нравится. Это я, что ли? Господи, нашелся. Ну, веселенькое мне местечко досталось. О, какое разнообразие-то. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, я еще возле дороги. А, ну, блин. Короче, хрен его знает. По идее, будет нормально. Да, тут непроходимые горы, конечно, будет нормально. С какого-то будунища. Так, давай-ка посмотрим, немножко попробую. Так, здесь тут дорог много. Нет, дорог много, нормально. Сможем тут и повоевать, и повеселиться. Основные фишки мода я расскажу вам в обзоре этого мода. Я его сейчас буду начинать проверять. Так, по поводу карты. Сразу говорю, вам придется зайти в режим креатива. Сейчас я вам покажу. Креатив ошибок здесь не вызывает, так что проблем здесь нет. Его можно запускать спокойно. Дай-ка мне вспомнить, дай-ка мне вспомнить. Нет, не сюда. Убрать вот эту вот галочку. Вот, вы и вам будут показаны пустоты. К сожалению, вам это придется сделать, так как многие виды войск, которые спускаются, к примеру, с поверхности, ну, точнее, с космоса, они могут сюда залететь. Вот эту пустоту и здесь стоять и глючить игру. Как было в прошлых версиях моей игры. Так что вам придется вот через команду, я вам сейчас скажу, какую. Вот, строй. Сделать им тоннельчики, чтобы они могли выходить хотя бы с этих пустот. К сожалению, друзья, здесь по-иному никак не получится. Конечно, можно было это все оставить и так не делать, но смысла от этого нет. Вы как раз можете посмотреть, какие тут есть виды ресурсов, пожалуйста. Приземлился я вот здесь вот. Ну, такое нормальное местечко. Давайте я выключу. Читам я не все равно не играю, смысл от этого. Ну, конечно. Ставим карту открытой, чтобы было поудобнее. Гениально. Так, все, скрылось. Отлично. Такс. Читами здесь играть смысла нету, сразу говорю. Можете играть, кому интересно. Мне это не очень это прикалывает. Такс, по поводу модов я вам потом расскажу отдельное видео. Так, давайте-ка посмотрим, здесь можно расположить себе оборонку. Оборонку здесь во многих местах можно расположить. Это очень хорошо. Это, во-первых, вот здесь вот хороший перешеек, просто шикарный. А если бы я здесь еще и сталь всю выцарапал, хо-хо-хо-хо-хо. Не, нормальное место. Здесь можно тоже расположить солнечные батареи. Здесь можно их расположить, сделать несколько линий обороны. Если противник не будет через этот отсек идти, то будет все хорошо. Так, ладненько, здесь у меня вроде пустот нету. Что ж, как говорится, начинаем.
Ну, персонажики это у меня стандартные. Как говорится, соблюдаем толерантность. Не забываем афроамериканцев. И не знаю, вроде азиат там пытался сделать, но что-то не получается по форме глаз. А, так вы даже еще не приземлились. Ладно, полетели. Да, у меня мод был установлен. Я хотел изначально сыграть в Hardcore SK. Вся проблема в том, что Hardcore SK, ну, мод он не хороший. А, да, по поводу карты, почему ее здесь нету? Сразу скажу, с карты у меня глючит. Я не знаю почему, но, в общем-то, у меня определенные просадки FPS возникают именно с картой. Я еще пробовал на версии предыдущей, B18, на которой я делал список предыдущих модов. Почему-то там у меня довольно-таки именно из-за карты лагает, потому что отключение карты прибавляет вам FPS, наверное, 10-15, а в больших боях это, блин, очень сильно играет роль. Так, какая у меня тут температура? 11 градусов, пока вы не мерзнете. Капчик у вас есть, 125 пайков. Так, это у нас что? Ага, Pine 3. Это что за хрень дерево? Сталь-то хоть есть где-нибудь? Игра, алло. Дерево ловушки строить. Ну, в принципе, можно. Ягодный куст. Хорошо. Жрать будчу. Если заморозки не грянут, у нас мясо, смотрю, бегает нормально. Так, живем. Так, что мне по постройкам? Все ли постройки у меня сохранились? Производство. Постройка. Так. Чувствую мод на холодильник. У меня не работает. А, нет, все нормально. Работает холодильник, все хорошо. Вот, холодильничек есть. Кому интересно. Этот мод я поставил, обожаю его. Это просто самый уникальный мод, наверное, который тут есть. Ну, конечно, не самый, но ладно, такс. Да, по поводу персонажей. Сразу говорю, так как я, по сути, тестирую моды, вы можете выбрать любых персонажей, я потом что выберу этих персонажей, я посмотрю, во-первых, как мне эту игру смотрят, потому что даже сейчас только начнут выходить у меня на данный момент серии, и, ну, которые были по предыдущей, я которые склеивал. Если понравится людям, то я смогу, как говорится, и тут выбрать просто случайных персов. Это не столь важно. Но правда, тут из-за количества трупов все с ума у меня посходят. Это я сразу скажу и поубивают себя. Так, футболка есть, это есть. Что у нас тут еще есть интересно? Давайте посмотрим. Так, компоненты. Это хорошо. Тоже компоненты. Компонентов здесь количество у меня стандартное, я не стал это увеличивать, потому что это немного читерно и имбово. Но все же таки надо скорее всего вот сюда перебираться. Стена из стали. Ага. Че ты захватываться не хочешь? Зараза-то, слушай, какая. Захватываться не хочешь. Ладно, это мы разберем. Скорее всего, сейчас здесь буду шахтерить, смотреть, что да как. Буду показывать, друзья мои, частями, как всегда. Я уже буду отрывками делать, потом их склеивать буду. Основные фишки. А потом, если я же говорю, кому понравится, ну, буду снимать полностью. Здесь пока ничего особенного нету. Хотя... Так, по работе у меня что у вас, мужики? Уборщик, ученым 7 выставить. Точную настройку. Так, уборщик, ремесло. На 4 что нам нужно? Кузнец не нужен. Врач у нас один пока пусть будет. Охотник, фермер. А фермерством у нас может заниматься, ой, как немного народу, да? Так, ну в первую очередь нам нужно фермерство. Это фермер у нас будет. Это значит, нам нужны посадки.
А вот теперь вспомнить, вот семена нужны, блин, или нет. Ха-ха-ха. А я вот не помню в упор. Так, мы будем, скорее всего, пока временно располагаться вот здесь. Это место оставим на потом, потому что здесь сталь нужна будет. Так что вот сюда пойдем. Будем сажать по первому. Клубнику можно сажать. По сути-то, чтобы голову не парить. А здесь склад нет. Склад я здесь делать не буду. Так, стена, да? Мне нужно где-то поближе будет расположиться к ребяткам. Дурацкое болото не подойдет. Да, скорее всего, так вот сделаю. Вот такую территорию себе отхвачу. Здесь дверь вставлю. Нет, такую просто ставим, да и все. Так, здесь сделаем дополнительную комнату. На всякий случай, вдруг прорвутся. Кровать и все остальное. Так, а у меня команда есть общая, кстати говоря. Я ставил общую команду. Ага. Да, команда работает общая, так что все в порядке. Так, мне от крыс надо защитить, получается, как-нибудь своих парней. Так, тогда каждому сейчас взять сухой паёк. Выкаем по 15 сухих пайков пока. Так, погоди, у меня 5 человек по 25. По 25 сухпаев каждому. Еще распределим, чтобы они могли нормально хотя бы питаться. Так, ладно. Пока берут. Так, ты давай все забирай. Какой-нибудь косяк еще выйдет, а мне это не очень-то и надо. Блин, вообще не видно цифр. 23, 24, 25. Окей, ты тоже 25 бери. Ровно 25. Отлично. Так, оружия у меня никакого с собой нету, да? Хреново. Так, нет, нет, не 50 бери. А вот видите, вот не берет почему-то они. Оба не берут один и тот же сухой паёк. Так, хорошо. Вещи. У тебя есть сухой паёк? У тебя нету. Ясненько. Вообще-то с ножками, конечно, прикольненько. С одной стороны. Так, аптечки есть, это есть. Так, неужели, блин, у меня реально нигде нет никакой винтовки? А, ну да, это же я должен был им в инвентарь закинуть. Что-то из головы вылетело. Ладно, будем, как всегда, справляться подручными средствами. Так, работа, строитель. Строитель у меня есть. Все, пусть сразу строит. Как на скоростной скорости. Ну, нормально. Карта пока не подлагивает. Будем на это еще смотреть все. Старался я моды сделать так, чтобы было более-менее оптимально. Оптимально с чем, по сути? Оптимально с именно, чтобы не было сильно много лагов.
Потому что у меня, как говорится, чем больше модов, друзья, запомните, тем больше вас будут лагать. От этого вы никуда нафиг не денетесь. Это так оно есть, так оно будет, и с этим ничего не поделаешь. И, кстати говоря, можно сделать неплохой складик. Временный. Да. Здесь и сделаем склад временный. Это потом все стенкой огородим и нормально. По шахтерам у меня кто? Так, садовод. Так, кузнец. Это мы убираем пока. Портной тоже не нужен. Художник в помине не нужен пока мне. Ремесло надо прокачивать. Носильщик, пациент. На 2. Пожарный на 1. Врач тебе на 1. Вот я 2, тебе 1 тогда пусть будет. И опять. Ну они сами себя могут лечить. Ну ладно, это будем прокачивать. Также у меня установлен, не забывайте, мод, который позволит мне построить космический корабль, следующую игру запендюриться на космическом корабле, что я планирую на Северный полюс опять смотаться, хоть попробовать там нормально пожить. Это было бы крайне неплохо. Мод на стаке у меня XXL, так что более-менее должно нормально быть. Что он уже посадил тут? Картофель. Ну ладно, хрен с ним, пусть картошка будет. Есть сухпай, ну да ладно. Так, ну я тут подумал. Знаете-ка что? Пожалуй, это мы тоже сейчас ликвидируем все. Для более удобного. И здесь, наверное, тоже бы не помешало. Стали нету. Самые лучшие ловушки изначально это стальные. Хотя, если честно, самое лучшее это гранит. Но мне нужен стол. Слушай, а я смотрю, время тут уже стало гораздо длиннее тянуться. Это интересно. Или я играть научился. Не факт, ну ладно. О, грибы. Серьезно? Ну что, да, грибы. О, блин. Да, насчет садоводства я здесь, конечно, мод поставил, но это для себя так чисто, друзья, сделал его. Ну, охота, вообще-то, хоть садоводством позаниматься. А то во всех играх про выживание есть садоводство, хоть и геморройное, пусть, но все ж таки. О, да, колбасить он это, наверное, будет долго. Так, ну ладненько, они пока тут отстраиваются. Я еще буду думать, где тут комнатки расположить им, как временную. Временное жилище. Это, наверное, я вот здесь день срою. Как раз мне компоненты нужны. Да. Вот тут я срою. И сделаем временную общагу. Компонентов, скорее всего, там побольше, чем я думал, да? Значит, будем срывать вот так вот. Так, ладно, пусть они пока роют, а я пока уйду временно на паузу. Вот это, кстати, очень интересно. Обелиск я исследовать не могу. Но вот дебаф он дает какой, слушай. Это просто капец какой-то. Надеюсь, он успеет его разобрать. 2 часа эта хрень будет длиться. Просто так эти обелиски появляются, но это с Ктулху связано. Это мне надо, насколько я понял, обряды проводить, потом только эти обелиски уже как-то ставить. Так, торгаш. О письме. Прекрасно. Я эту хрень даже разобрать не могу.
Ладно, пока захватывать его не буду, подходить тоже. Что-то я не могу понять. Так, у торгаша все там с психикой? 2 секунды. Все, прошло. Ух, ядрить налево. Он еще спятил, мне только этого не хватает. Вообще-то очень странно все тут, очень. Ну да, конечно, компоновка модов довольно любопытная. Я и забыл совсем, что тут некоторые твари очень любят пожрать хорошо. Блин. Вот скотины-то. Разжрать мою картошку. Блин, именно бумалу. Понять, чтобы какой-нибудь, не знаю, пророслик тут маленький. Ну ладно. Бумалопа, бумалопа. Надо придумать, как их гасить вообще-то. Здесь у меня что хранится? Блюдо. А, ну ладно, пусть блюдо и складывают. Я не против. Потом сюда их почему-то складывает. Упор не видно. Слушай, ну сюда вообще ничего не складывает. Склад. Ну ладно, хрен ты с ним. Пока тут развиваемся потихонечку. Сейчас попробуем придумать что-то от бумалоп. Ну, выясняется еще одно, что животные здесь в корень охреневшие. Они ломают мне просто тупо забор и все остальное. Что, видите ли, жрать охота мою картошку. С этим надо, правда, что-то будет делать. Я аж реально в шоке. Может, они только с дерева могут ломать? Блин, с носорогами ж я хрен справлюсь. Лука я не скажу, что у меня так и много. Попробуем так. Не хотят что-то блюдо переносить вообще ни в какую. Всем чем угодно занимаются, только не тем, чем надо. А, ну хотя бы в одну кучку складывают, и то спасибо. Так, отлично, сейчас он лук построит, попробуем хоть одного носорога завалить. Дополнительно мод установил на смену оружия. Пригодится. Здесь, походу... Ох, у меня у двоих нет луков, да? Фиговенько. Ну ладно, еды пока мне хватит на первое время. Надеюсь, сможем как-нибудь прожить. А, ну хотя, если сейчас кого-то завалю, то мясо будет. Так, давайте прибьем первую жертву. Охренеть, меткость просто. Так, если я с таким успехом валю черепаху, даже сложно представить, как... А, и тут дверь опять вышибли, да, чтобы им пусто было. Ладно, попробуем давай кабана тогда тоже вальнуть. Я бы один урод на мину. О, обезьянку можно. Черепашку. Черепаха ест обезьяну.
Это что за дичь такая происходит? Блин, с носорогом-то что делать? Я не знаю, может попробуем, конечно, одного завалить. Блин, опасненько, опасненько носорог-то валить, страшно. Не, ну с носорогом справляться это сейчас вообще не варик. У меня звездюлей отвесит так, что я забуду, как меня зовут. Хотя давай попробуем. Я же сказал вам, дальний бой. Ладно. Забери сухпай срочно. Так, поселенец жив. Так, что там с ним? Ушиб, рана. А, ну его можно подобрать сейчас будет. Так, а мне нужно тогда сделать себе где-то больничную палату. Ничего страшного, с ним нету. Его оглушили только. Ну блин, а где организую? Здесь что ли госпиталь сделать? А почему и нет? Здесь и сделаем. Так, где у нас тут доктор? Ага, прекрасно. Доктор и валяется. Милота. Не идиота. Ишь ты, придурок тупой, ты что тут делаешь-то вообще? О, да. Капец. Врач у нас еще кока может быть. Хорошо, кок. Все. Пусть он им помогает тогда. Медикаменты есть. Вроде пока все нормально. Блин, ну это какой-то жесткий, я вам скажу, звездец. Так, этих, ладно, мы добьем.
Так, давай лучше сразу так добьем их. Я надеюсь, ты это умеешь? Или ты сейчас в них стрелять будешь с лука? А, нет, ну нормально. Все. Так, мясо у нас будет, это хорошо. Холодильник для мяса, как бы. Тут еды мало? Нет, ну еды я уж себе заготовил. Осталось только потом придумать, как мне со слонами справиться, чтобы они тут у меня тоже ничего не жрали. То, что мне вышибают спокойно стены, двери ради того, чтобы подкрепиться, что-то меня это как-то напрягает. Ну да, в игру, видно, точно явно модифицировали.